зал метрологического центра государственной службы времени. Здесь находится эталонное время Советского Союза. Отсюда идут по всей стране его точные сигналы. Точность эталона определяется целой системой приборов. В основе их атомные часы с цезиевым генератором. Он сегодня определяет точность порядка секунды в 10 тысяч лет. Однако и при такой точности ученые ведут поиск новых источников, которые могли бы увеличить ее еще более. И здесь перспективными оказываются лазеры. В одной из лабораторий института создана их целая система. Каждому свойственна своя строго определенная частота. Выстроены они в цепочку от лазеров с низкими частотами к более высоким. Лазеры соединяются между собой умножителями, специальными радиоэлектронными установками, которые увеличивают точность частоты от одного прибора к последующему другому в 3-5 раз. Сейчас в мире действуют три таких установки – у нас в стране, в Англии и в США. Лазерные системы могут привести, и к этому склоняются большинство метрологов мира, к созданию и разработке так называемого единого эталона времени, частоты и длины. Но времени и частоты, так сказать, тут вопрос ясен, и никаких неожиданностей здесь не возникает. А длина объединяется здесь в единый эталон в связи с тем, что лазерные длины волн измеряются также точно вот видимого и инфракрасного диапазона. На этих установках осуществляются поверки разрабатываемых в стране стабильных лазеров. Это важно для многих направлений научно-технического прогресса, допустим, оптической связи, локации, навигационных лазерных систем.